Ран-дан-дан. Всем здрасте, всем доброго вечера, пятницы, 7 часов по московскому времени, чуть больше, 7.16, 7.22, или больше, или меньше, не знаю, у меня разное время на часах. Сегодня мы с Максимом принесли вам метро Last Light, оно же 33-е, оно же 34-е, или как? Нет, оно просто 33-е. Нет, оно просто метро Last Light, в нашей локализации, короче, написали метро 2033 Last Light. Ну, видимо, почему-то. Ну, потому что события происходят после, в том же, по-моему, 33-м году, после основных событий 33-го метра. Я сказал то, что редух мы принесли, да? Нет. Ну, короче, редукс, да. Так, нужно вот включить всем. Здравствуйте. Да. Наконец-то спала сраная жара. Вот, наконец-то. На прошлой неделе мы довольствовались двумя, точнее, вы довольствовались двумя нарезками. Вот, есть еще одна, и вроде как обещают на следующей неделе жару, и, блин, скорее всего, там может быть еще одна нарезка и еще одна что-то. Вот. Спасибо. Я не знаю, правда, что, но что-то, наверное, есть у Максима в запасе. Что-то должно быть. Нет. Так, а что такое? Это кнопка 9? Новые задания? Нет? А почему оно не работает? А, наверное, потому что не открыл. Нихера. Так, короче, шлепаю я, наверное, по новой игре. Вот. О, Джейсон, вопрос такой. Это я один слышу то, что упал микрофон там туда-сюда. Опять? Стрекочет. Опять туда-сюда, так. Может, мне это кажется? Сейчас, секунду, господа. Может, люди не слышат? Нормально вроде пишет. Может, это я просто от того самого, от жары. Чуть-чутка двинулся. Так, все, я отключил его и включил. Как оно? Стрекочет, нет? Ну, пока нет. Вот я его прижал. Ну, правильно. Вот я не знаю, с чем это связано. Вот, но, по всей видимости, с чем-то связано. Ну, короче, у меня провод пережался. Вот. И периодически. А вдруг это Discord? Вот. Нет, Discord это скорее. Это провод. Ну, у меня же до этого тоже он иногда туда-сюда. Ну, что-то был такой, да. Короче, вот. Надо, я его перетяну потом по другому пути, короче. Посмотрим, как будет. Так, я сказал то, что включаю вступление, смотрим и по звуку, господа, сразу отпишитесь, пожалуйста. Когда меня спрашивают, с чего все началось, я говорю им, все началось в тот день, когда мы отправились к ботаническому саду. Мы — это я и двое моих друзей. Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, отвечаю я. Я вру. Вру легко, потому что слов моих не проверить. Ни Виталика больше нет. Ни Женьки. Многотонная громада ворот вздрогнула и поползла вверх со скрежетом, открывая нам дорогу в ад, а демонам путь в метро. На самом деле, все началось в другой день. В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад. На метро. Помню, как поднимались на эскалаторе. Как вышли из просторного павильона на утопающую в зелени улицу. Как летели по бесконечному небу легкие облака. И как дышал мне в лицо чуть прохладный ветер.
Мама купила мне мороженое. Это был последний раз, когда я его ел. В тот день человечество казнили. Праведников и грешников призвали, чтобы воздать им по делам их. А мы спрятались от Бога в метро. Бум. Убереглись от его гневных очей. Большой. И ему стало лень выковыривать нас. Вырос. Бадабум. Потом он занялся другими делами. Или умер. А мы остались на использованной и выброшенной земле. И полетели на ней в никуда. Я помню столько лишних вещей. И не могу вспомнить главного. Маминого лица. Она умерла почти сразу после войны. И все, что у меня от нее осталось, тот день в ботаническом саду. Как я мечтал вспомнить ее лицо, ее взгляд. Вспомнить, как она шептала мне, чтобы я ничего не боялся. Душу готов был за это отдать. Я ей отдал. У меня остался один вопрос. Кто такой негр Виталя? Где ты негра видел? Не знаю, он сказал, нет. Типа мы с негр Виталиком. Нет? Не так разве было? Я не знаю. Или у меня в голове своя заставка с картинкой, блядь. Так, игра начинается после событий 33-го метро, вот, после вот этого бума второго, да, когда этих всех нигеров аннигилировали ракетами, оставшихся, короче, вот этих сволочей черных. Негр Виталий там не хотел. Я говорю, значит, у меня своя картина метро с неграми. Так, ну что ж, если по звуку все хорошо, то жмякую новую игру, да? Так, и что-то там про обменный пункт. Так, я понял, короче, как покупать патроны, я помню, а то сейчас вообще и без денег, и без патрона останусь, как в том стриме, блин. Том метро. Так, новая игра. Выживание. Выберите негр Виталик. Выберите стиль игры. Выживание. Режим выживания, делающий патроны и фильтры редкостью, а перестрелки, скрытые прохождения более сложным. Нет, сразу нет. Позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире метро 2033, заставляя уделять особое внимание в сбору ресурсов. Так, это Телеграм. Кто подписан на Телеграм, должны... Так, спартанец. В режиме спартанец сложность боев и скрытого приближены к стандартному режиму луч надежды. А патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активные действия. Так, ну да, наверное, давай, это спартанец. Мы же это как из клана меченосцев Спарты. Так, яйценосцев, вернее. Так, спартанец. Окей. Ой, нормальный хардкор, рейнджер хардкор еще. Так, давай выебывать. Так, сейчас, секунду, у меня что-то кошка. А? А, давай, Джейсон, за стрим. Кошка опять ушла под потолок. Да, давайте за стрим, за победу. Ваш здоровье, господа. У меня постоянно обновляется ВК. Я вообще не пойму, связано? Абсолютно. А, Колян, да, здорово. Здорово, дорогой. Нет, ничего не пропустил. Вот буквально только начали, только заставку вот. Начально пропустил, но сможешь посмотреть ее записи, если не видел. Сестра
открылась. Вот с мужем поругались, теперь с нами жить. О! О, полный дом людей, блин. Сочувствую тебе, Колян. Сочувствую. Дела у нас нормальные. Жару пережили, да, Максим? С пшеничкой и вот этим вот всем прочим. Так. Режим Ranger Hardcore. Интерфейс. Все подсказки нет. Не будем мы это играть. В обычном режиме Ranger элементы интерфейса ограниченно доступны. Нет, в это тоже не будем играть. Ranger. Ой, не Ranger, а Hardcore. Рекомендуется для самых опытных игроков. Слушай, а можно считать себя опытным игроком, если я прошел 33 метро на стриме? Вот. И сколько? И почти 24 раза помер. Я не знаю, я так примерно. А целый день лагает. Ну, да, наверное. Ну, там в любом случае ссылки доступны под плеером на другие ресурсы, если кто-нибудь успеет тыкнуть, потому что, не знаю, у меня что на компе, что на другом компе, короче, он постоянно, страница плеера постоянно обновляется, я вообще не понимаю, почему. Но это ВК, по всей видимости. Потому что все остальное, вроде и Twitch, и YouTube, и Good Game, и ВЗАД тоже вроде нормально работают. Так, каждое столкновение с противником представляет собой серьезнейший вызов. Боеприпасы и другие ресурсы необходимо строго экономить. Впрочем, никто и не обещал, что будет легко. Нет, давай просто выебываться, давай не будем, да. И, короче, просто на нормальном уровне сложности, как по традиции. Нет, это Last Light, Колян. Это метро Last Light Redux. Вот, ну, в прошлом стриме мы 33-е, да, прошли. Ну, в позапрошлом стриме. Короче, да, до Last Light было 33-й Redux, теперь Last Light Redux. Пройдем Last Light, будет Исход, он же Exodus. Я Exodus не щупал, поэтому там на стриме это будет первый раз, но будет он после того, как жара прекратится, потому что следующей неделе опять жаркая, скорее всего, опять ждите нарезки. Last of Bikers будет только после жары. И все остальное тяжелое тоже после жары, потому что у меня видюх простой, сейчас 30 градусов. Когда прям адовая жара была, она у меня где-то 40-45 была, там 48 местами. Поэтому что-то вот запускать это, когда за бортом плюс 35, плюс 40, вот это очень опасно. Родион сгорит. Да, Родион не любит такое. Так вот, насчет жары. Покупаешь надувной бассейн, ставишь камеру и плескаешься там на стриме. За эротику забанят, за титечки. Да, нет. Если мы прошли пилок плоу с третьей попытки, то мы опытные, да? Очень опытные. Так, заставочка. Черные появились позже. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рожденные, чтобы нас погубить. Молва. А чем закончилась чудовищную это? Силу и предыдущая часть. Злобу. Говорили, что они голыми руками. А черных забомбили в каменный людей. Век. Чё за... Это которые? Это неправда. А, понял, да. А, сестра у меня такая добрая, когда пьяная. Интересно, правда? Ты с Максимом добрый, когда пьяный? Я всегда добрый, наверное, почти. D6. А вот эта вот Last Light, она стартует, ну, практически сразу после событий этих, того самого. Так, а что, не будет никаких пояснений? Вот он мне пишет D6. А будет тут всякие вот эти вот по-английски несусветные вот это вот? Как в прошлой части. Блин, я не помню. Полянка, ну полянка, понятно. Блин, там помнишь, что-то такое было? Какая-то станция, и по-английски она прям дебильно, прям супер дебильно называлась. Да, там плохо видно, что написано. Вот я тоже. В этом месте.
Я вот тоже плохо вижу. Сейчас, ну... Короче, ладно, потом, может, пролистаю стрим, найду. Вот. Так, нажмите любой клавиш. Правая кнопка мыши! Я вас недалеко раньше жил. Ну, до войны еще. По звуку все нормально? Эту могу погромче сделать, если что. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? Это... О! Подай, подожди, а это кому? Это кто? Что это такое? Я? А, да, все. Это я. Да не, это не ты. Кого стрелять? Черт! Да черный. Подожди, а как? В стену стреляй. Стреляю в стену, блядь. Какого хре... А, это мутанты. Можно я просто убегу за хату? Ну, еще. А это глюны! Нихуя себе! Прекращайте жрать эти препараты, товарищи. Комрады, как это не по-советски? Игру погромче, да, хорошо сейчас сделаем. Без заставки. Ой. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. О, этот стакан пришел. Неудивительно после всего пережитого. А, это этот. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, это Ульрих, в смысле Ульман? Необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Труп погромче. Собирайся, да, я прочитал. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Ну ты кури, кури. Так, да, подожди, а что с сенсой? Можно ее как-то побольше сделать? Так, сейчас я звук сделаю погромче. Так. Давай, наверное, не знаю, давай 30 сделаем. А там, если что, убавим, если прям слишком громко будет. Так, что хотел? Настройки, управление, мышь. Давай на троечку сделаем. О, да, о, хорошо, прям вообще. Так, что мы тут имеем? А, напоминаю, мы сегодня до половины десятого, 2 часа играем с небольшим. Вот, потому что, ну, во-первых, пока на Яндексе не завезли стримы, нам не подключили пока что, есть что. Вот. Поэтому пока будет до 3 часов, наверное, какие-то стримы. И, во-вторых, в 10 часов футбол. Бельгия, Италия. Все будут смотреть и тоже тут с мужиками решили посмотреть. Я все привыкнуть не могу. Странное место этот Д6. Никогда бы не подумал, что тут я огромные бункеры вообще брою. Говорят, еще при Сталине строили. Так, а что надо? Строили, пока СССР... Черный. Следовать за ханом навстречу с Мельником. Готовились. А как убрать? Это народ. А начальство в конец света. И что помогло? Шут. Не успели. Собирает. Здорово, Артём. Это Мельник? Нет. А этот подожди, парень, кстати, был в той. Подожди, в книге он же на инвалидном кресле. Да, или нет? В три... А, это в 34-м. Так о чем мы там?
Смотри, прям цивилизация. Ты посмотри на тех двух салатов. Неудивительно, что полковник приказал... О пожаре немедленно доложить по внутренней связи. Замечательно, да? Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде все спокойно было на болотах. Интересно. Видишь вешки? Всякие эти байки травят. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. Подожди, а это не этот, как его? Не Бурбон? Не Бурбон? Людей не замечает. Не знаю. Бурбон, которого за это... Никого в мире нет. Херачи. Главное, не говорите ему. Вряд ли тогда он. Паш, ты смотрел трейлер Сталкера 2? Нет, не видел. На Е3. Я Е3 не смотрел даже. Ну, правильно сделал. Там из всего Е3 достойным был только Microsoft с Xbox. Или вот этот вот пиздёж ни о чем, да? Да, Take-Two. Одна пыль чего стоит? Фонит до сих пор так? Вот. Ну, честно сказать, Сталкера я не знаю, буду не я играть или не буду. Конечно, противогаз ну, смотрится и без них неплохо. Стоит, да. Круто. Там так, после этого отлички, трейлера так, ох, говорят, ох, все, нужно, да там же NPC такие тупые. Вот там даже это глава студии. Потом комментарий дал, то что специально отрубили интеллект у NPC, чтобы... Смотрелось красиво. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Удерживайте этап, чтобы открыть... так, 5 пармидола. Оружия-то нету. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. Это меня опять стрелять учат? Обычно рейнджеры носят по 3 ствола. А вдруг забыл. Выбор их зависит только от тебя, Артём. К чему я? А, так мы же прошли какой-то зов чистого неба или чего мы там прошли? А мы прошли? Этот, что-то там Чернобыльские горы, я не помню. Тебе же задонатили, чтоб ты не играл больше. Ну правильно, чтоб в остальные две части не играл, их же там трилогия, вот. Я не знаю, для меня там вообще нет там, разницы. Там вот этот вот, что-то про небо, что-то про Чернобыль, что-то про Припять. Вот, три части там. Ну вот, одну мы какую-то первую из них прошли. Я не знаю, какая же первая. Я знаю две. Да? Ну да. Их три. Две знаю, три нет. Короче, да, одну самое... прошли, ну, условно там чуть-чуть осталось. Или прошли, не помню, короче. Плейлист есть, в записи можно посмотреть. И да, потом, короче, просто проплатили, чтобы я не остальные две части не играл. Никогда, потому что... Ты продажный. Да, потому что больно на это смотреть, больно. Вот. И не знаю. Нет, я когда он выйдет, я его один стрим сделаю. Если там еще 100 тысяч пришли в план, я не буду играть во второй сталкер. Ой, мискузи, коровирусы проклятые. Так, 3 ствола. Калаш, РПК. Ну это одно и то же практически. Смотря на широкое ценится. По пулемет же. Ну, РПК, да, это ручной пулемет. Ручной, отличается высокой точностью. Вот, давай РПК возьмем. С высокой точностью пулемет. РПК, да. Так. Круто. Какой-то ублюдок. Какой-то абзац. Какой-то убойник. Какой-то револьвер. Вот, давай, короче. Возьмем 3 вида оружия. Как раз РПК, дрободан и
На прошлом прохождении метра мы же убедились, то, что револьвер здесь имбище, да? Просто, по-моему, целую миссию с ним прошел. Так, давай затюнем прицел. А тут только один, клитерный, да? Да. Блин, поставь снайперский прицел на пулемет, да. Ну я бы поставил, если можно. Да. Только... Чтобы очередь далеко стрелять. Да. И в цель. Так, что тут можно затюнить? Глушак дрободану. О, да. Да и прицел, в принципе, тоже. А, это ствол. Значительно повышает действенность огня дробовиков на средних и дальних дистанциях за счет увеличения кучности боя. Гасит пламя, несколько снижает шум выстрела, слегка повышая кучность, снижает скорость картечи, из-за чего бойная сила на расстоянии падает. Не, давай лучше бойни, чтобы он был. Так, а вот револьвер можно... А, тут пока один только клитерный везде. Ну давай глушак что-нибудь. Хоть один пузырь шаг он. Ладно, Артём, теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Чё я? А, фифеть, я думал, что-то выбирать надо. Тебе опять ног нет? Нету. Кстати, а на тени есть? А так нету, по факту, только это руки ходящие. Не, не трать патроны. А то потом-то дадут, наверное. О, я патроны это компенсировал. Короче, пошли на задание, нахуй. Патроны вроде все везде есть. Слышали сегодня приказ? В метро про находку Д6 говорить ни с кем нельзя. Полковник говорит, кто-то проболтался уже. Пошли по всему метро слухи. Сестра орет, где ее джинсы? Скажи, где оставила, там и ищи. А тут заметки есть? Подожди, а мы заметки-то все прочитали? Я, по-моему, половину стрима потратил. А стрим-то длинный был, там 6 лишних часов, да? Который? Который с заметками еще. Так, ну как конец игры. Ага. Нет, мы же специально до 3 часов. Нет. Ну, я не помню. Там 6 с хером часов, по-моему, был этот 33-й метро. Что он там уже натворил? Открываю. Ладно, пошли. Махнул рукой. Ладно, пошли, блядь, залетай. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жены рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести Ульрих, в смысле Ульман. Чем бурят, что ли, как? А сокровища, которые ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Тень падает. Так близко не надо. Все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? А где этот стакан? Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Стакан в кармане. Граненый. Блядь! Сейчас увидишь. Он это вошел вот в свои дерьмо. Текстуры, в мою текстуру, да, как бы странно что? Это не звучало. Опа, еще раз. Хотя, черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Как назло без вазелина зашел, говорит. Ты зашел в текстуру без вазелина. Да. Это мы, да.
Д6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Нажмите И, чтобы взглянуть на компас. Следовать за стаканом навстречу с мельником. По-прежнему все так же, как... Подожди, а что-то залутать здесь можно? Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был, они с красными... А что все лежит, а залутать нельзя? А что не поделили-то? Да кто их знает? Чего они вообще на поверхности делают? Всех забираем сюда. Отродясь же ж не совались. Послушаем. Мужики, а кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Говорят, Герман, этих мельников штаб. По вызову. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Тут, кстати, это, по-моему, секисы будут. И стриптиз будет, и секисы. Я чувствую. Я просто уверен, с этим, что не уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Очень жаль. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все жаль не Гейропа, да? Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, вот черный. Нас едят. Это закон эволюции. Стриптиз, правда, не снимают, а этот, поспешили начать сражение. Кекус снимут. Вроде, насколько я помню. Она еще залечинит, в смысле, это, обрюхатится. А что тут это? Может, здесь что можно залутать? И вообще ничего нельзя тут. А чё они, блядь, спутники? А, должны работать, да, хули им там будет. Поли нам, спутником. Ну. Да, всякое. Так, ну ладно, давай инструктаж. Да. Артём. Я. А, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. Я тут нельзя пройти. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Уже хотел залечинить. Да-да-да, я уже хотел пощупать ее заляжку. У Артема дар. Я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Найди негра! Есть. Паш, сорян, я хожу в магазин. Давай, Колян. Давай, Колян, у тебя есть еще полтора часа. Да как вы... До конца стрима. Убийца, вы совершаете ту же ошибку. Нет, я выполняю свой долг. Потому что потом мне тоже нужны магазины и футбол. Артем, это твой последний шанс искупить вину. Че он, блядь, орет на меня? Кошмаров. Не ори на меня. Не ори на меня. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. Так, а чё, к ней часто можно? И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Нет. Что застыл, кролик? Давай за мной. Артем, скажу прямо. Черные тебе. И не забудьте контрольный. Блять, я не дослушал. Вон она сама идет. Да. Я не дослушал, что это он мне хотел сказать. Уже не важно. Бля, к ней так близко нет, не подойти. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Почему к этому Ульману можно подойти, а к ней так близко нельзя подойти, как к нему? Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами, как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Страшно. Подойди, открывай платформу и подаем монорельс. Блять. Женился бы на такой бокси. А, да. Почему нет? О, она зашла в тебя. Вошла. Опять. Не те стакана, а стакан ушел. Все. Опять без вазелина. Подожди, а что надо делать-то? Закат хохоча? Да. Вот! И поехали. Всё, кролик, о, это я через место себя исчерпало. Дай. На. У меня сиськи. Где?
Были. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом. Ой, есть прошлое. Нашел там черного. Там через твою квартиру, что ли, проходит? И моя миссия по разным часовым поясам. Завершить начатое. Так, а он что-то прочитал. Я опять все проебал. Поезд прошлый. Год назад. Стоя на вершине мира. Нет. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел. Плавя металл и стекло, никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там черного. Виталю. Теперь мой долг и моя миссия найти и уничтожить его, завершить начатое. Да подожди, ты... А, короче... Он с каким-то негром Виталий в детстве пошел открывать гермоворота, и негр Виталик пропал, и теперь Хан его нашел, и... Во, ты понял, какой сюжет-то завязывается? Хан его нашел и говорит, блин, вот, я нашел твоего друга. Нет? Или что? Или это не так работает? Это программа «Жди меня». Лика это он взывался. Жди меня. Давай поженимся. Туру-ду-ду-дум. Туру-ду-ду-дум. На гамбу не забудет. Так, а что-то там с заметкой было? Я опять сквозь нее могу проходить. Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. Наши дети. А внуки вообще будут думать, что это все. Ты посмотри на них, блядь. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы... Мне это кажется из-за ремастера. Может, в оригинале лучше было. Не знаю. Часто игры этим грешат. Что, ремастер поганей? Да. Кстати, да, может быть. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, у нас что, РПК есть? Так, готов? Вперед. Выйдешь? Тра-та-та-та-та-та-та сразу. Тра-та-та-та-та. Удачи, ребята. Примета нам сейчас, кстати. Кстати, Артём, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе? Ох, Тём. Ох ты! Рассадник черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Так, надо что-то дернуть. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я держу проход. Молодец, справился. Впирай ворота, говорит. Впирай, о, можно что-то залутаться. А почему тут горы трупов, я не пойму. Это кто не успел добежать метро? Тут все чисто. Выдвигаемся. Это что такое? Это древнее зло по имени Nokia C5. Это второй телефон просто. Это рабочий. Так, по плану впереди вход в коллектор. Я не знаю, кто там звонит, но потом перезвоню. Может быть Яндекс. Ты чё, скотина, да? Давай направо. Да. Слева тупик. Что-то о, а чё там? Иди туда. Я и пришёл. Чё ты за занес схватит? А тут нет нихера, тут даже залутать ничего не можно. Это кладбище. А. Так надо, чтобы что-то было тогда залутать. Для начала нужна лопата. В нормальных играх есть лопата. Есть лопата, значит, можно скопать могилу. О, кстати, как это, например, Kingdom Come Deliverance. Там можно раскопать могилу и спиздить кольцо. Ну там покойство это просто. Лестница. Это Fallout. В Нью-Вегасе было. Я других не знаю. Я не играл. Ты не играл в Нью-Вегас? Нет, я в третий пытался пройти. Ой, я заметку нашел.
Не верю, слушай. Третий. Я пытался, говорю, пройти третий, но у меня не получилось. Я там город какой-то атомной бомбой взорвал. Надевай противогаз. Но не ходил. Я проходил, я не все прошел в третьем. Но почти до финала. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя, цвету. Говорит, хватит пялиться на задницу? Где там задница? Задница внутри. Снаружи куртка. Да. Атом РПГ, там можно могилу копать. Помоги. Прошелся по кладбищу. Набрал лута. Не знаю. Но Kingdom Come, по крайней мере, я хочу пройти. И, возможно, это будет, кстати, на стриме. Но это будет очень долго. Вот прям серьезно. Это да. Потому что я когда... Я ее, короче, начинал раза три. Вот, и потом, короче, не помню, что тут происходило. А там же еще DLC. Вот, да. Так? А я простая девчонка. Я не помню, что происходило, но когда я первый раз начал, такой, блядь, играешь. Думаешь, блядь, ну, игра идет уже. А потом хуяк, заставка, а прошло уже, блядь, 5 часов. И это, сука, пролог только, блядь. Ёб твою мать, нихуя себе. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Игра, да, такого не видел. Да, вот это я понимаю, блядь. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. А то все привыкли. Можешь на меня рассчитывать. А тут, блядь, вдруг только одно рука, вступление такое. Знакомство, ладно, блядь. Удачи. А чё, мне одному надо идти, что ли? Куда-сюда? Куда мне, блядь? В какую сторону-то? Куда она полезла? Куда-то. Так, а мне направо. Ладно, сверну, посмотрим, может чё залутать можно. Если меня, конечно, не сожрут. А тут и ядовито. Немножко ядовито. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чадит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Есть какое-то движение. Приготовься. Вот это вот. Сейчас я по ним поработаю. Это не черные. Это страшно. Бля, чё так много-то? Я не вижу уже, в кого стрелять. Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Что это такое, блядь? Я опять деньгами стреляю, ну? Еще! Смотри за камышами! Слушай, а тут они как-то быстрее умирают, чем в прошлой части. Прям серьезно быстрее. Заметно, да. Может, это особенность этой миссии только? Ну, кстати, да, может быть. А кто-то порхает еще. О, сейчас тебя унесут. Ой, я в логово. Я кого-то сбил. Он подбит. Лужу упал. И задымился. Ну. Так, в какую мне сторону надо? Направо вообще. Тебе надо внутрь. Какой вниз, что ли? Кидайся туда. Не, мне не туда вообще, оказывается. А чё он мне показывал? Иди направо, говорит, блин. Чё за так, пиздец? Вроде всё почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? Так. Ты такой уж ты и кролик. Неплохо справляешь ты, Артём. Ты цел? Я зачем-то фильтр поменял. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Ну, это классика. Так, давай влево. Там есть обход. Что делать? Давай влево, говорю. Ой, я противогаз снял. Так, а как на Y время посмотреть, да?
А вон 4 минуты. А зачем? 4.51, все нормально. У меня сколько осталось фильтров? На 6 минут. Чего? Еще фильтр. Да. А в чем мне показывает 4, а тот на 2 минуты, что ли? Что за херня? Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот иди, он. Короче, быстрей. Мелковат, но с виду черный. Надо... Ну что же ты? О, давай! Негры нашли. Дьявол, вот это скорость. Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Ну, и пойдем прыгай. Жмите беру, кутру. Говорит, на мушку. Постой. Его. Он должен быть тут. Следи за он тобой. Тебя заманивает в логово. Ну что, без визрина потом, да? По стареньке слюной. Налево. Блядь, зачем я опять фильтр поменял? Направо. Чё она там орёт? Налево, направо? Я тут кругами хожу, я вообще не понимаю, куда. Ну и чё? Поймал! Подожди, это не Виталик. Наверное. Ты не Виталик. А или а хули он не вырос тогда, если это Виталик? И эти... чай челюсть, как у этого, блять, у этого хищника отрастил. О, видел, там Библия валяется на руине. Интересно, как она туда попала? Как то? Это черная Библия. Черная. От черного Иисуса. Гутен Морген. Опять эти фашисты нахуй. Сколько можно, а? Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Он это говорит, меня узнал. Чтобы это Виталик. Виталя. Рейх. Рейч. Опять повезли. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейх. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, подозреваемый ты в мутации? Ура! Что? О чем это произвол? Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров. Да сюда. На пипирку. 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Ты мутант, говорит. Нет, поздравляю. Ой. Мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? Ничего, тебя не видишь, у тебя ног нет. Да. Ты левитируешь. Один. Ни ног, блядь, да, ни головы, ни туловища. Ни туловища. Я расскажу. Но... Тут только на тебя. Только руки. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори или получишь пулю. Бери офицера. Говори.
Всех здесь запетушили, запенетрировали, в смысле. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из ордена, со Спарты, через часы, а я с красной прошел. Линии. Наши начальники. Хотя о чем тут говорить? Тут, но нам-то простым солдатам через стало? Друг друга ходят, да? Так, понятно, дистанционный замок. Скрывает руки! А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Резать, и ни фонаря, ничего нету. Все отобрали. А не, фонарь. А пистолет есть? Нет. Ничего так нет. Какой там пистолет же был у этого. Вообще нету, а он не отдает. Там посмотрим. Отруби руку. Она ему уже не нужна. Не, ничего залутать нельзя. И фонарь не включается. Пойдем. Пойдем. Знакомые трубы. Куда? Это у них типовое решение. Да, он меня ведет. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Двинули, говорит. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 нет? Так, так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Вам на свет не показывайся, говорит. Молодец какой. И отобрали пулемет. Все, блядь, отобрали. Перенесдел. Ра-та-та-та-та-та-та. Теперь только звуком можно издать, блядь. Ра-та-та. Глядь, из пистолета. Ра-та-та-та-та. По пальчикам погрозить, блядь. Эй, давай за мной. Да. Ножом. Кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка. Там гриб светится. Кто? Чё? Гриб светится. Ну, они типа это... Хрена с два. Видно, мало каши ел. Ну, да, тут поганки. Не пройти. Экологический осветительный Ладно, прибор. Куда дальше-то? Говорит, а да... что если... Блин, чё за фигня? Братишка, а ну-ка подсади. Дай его посадить. А это хер предателем же окажется потом, нет? Задаришь его сразу. А, шашлик. Давай наверх. А, он мне лестницу спустил. Или это не он? Я не помню. Так, да я а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Умри, говори. Вот умри. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Тут никак не пройти, да? А тут их, по-моему, как-то освободить же можно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, ну, смотри, за давай, только раньше стоит. Времени не начинай. Все, работаем. А что же делаешь? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Ждет, пока скрипт сработает. Он сработал. Эконом, слышал? Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Патрон залутал, а... Слышишь меня? Это не залутал. Он лестницу опускает. Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнем все из-за тебя. Два патрона. Драгоценных. Ну, а как открыть-то? Не знаю. Может, на рубильник нажать? Вот я смотрю. Может, вам еще удастся спасти? Ну да, по всей видимости, рубильник надо.
столько, сколько сможешь. Нам всем все равно, конечно. Никакой надежды. Эй! Дайте воздух, как вы. Тревога! Побед! Тревога! Побед! Что же вы? В смысле? Они же... Ой, блядь. Всех потравили нахуй. Газ спустили. Я что-то не так сделал. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. А, я правого, он левого. Все, работаем. А что же делать? А теперь зачем им пленные в метро? Их же кормить надо. Зачем? Че он его не завалил то до сих пор? Смотри, смотри. Ох, молодец, даже не вякнул гад. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг. Он лестницу Ничего опускает. У тебя, парень, не получится. Только лестницу вырыть спускай. Да. Надо, походу, быстрее. Да, надо быстрее. Я чуть не пришибло. Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно, конечно. Выкрути лампочку. Как их освобождать-то, я не понял. И хрена он горящую лампочку рукой просто выкрутил. Я опять все сломал. Ныряй вниз. Да. Прыжок веры. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай. Только раньше времени не начинай. Ферштейн. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, я электрик. Слышал? Ох, молодец, даже не вякнул гад. Чувака-то спасли? Нет. Слушай, эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Что это было сейчас? Что, где? Он тебе говорит, раньше времени не начинай. То есть, пока он не подойдет. А я сразу ебанул и... вырубил этого. И скрип сработал, и этот чувак упал. Просто... Да. И этот другой чувак, которого пытали, тоже упал. Что-то пошло не так. Ломаем игры. Кормить тебя еще. Ну, гу-гу-гу-гу-гу-гу. Да, молодой человек. Вижу, что вы не на прогулку. Постарайтесь все же потише. Мне за вашу неудачу расплачиваться неохота. Я понадеялся, что по старым меркам еще запас оставался. Надо было уходить. Крип. Я не знаю зачем, но я зажег лампочку. Что значит его отпустить? Я не знаю, короче, как их освобождать. За сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной тут вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с Ганзой. Труба загнила. И ты упадешь сейчас, нет? Вроде не падаю. Ну я и... Странно. И что? Заплатил? Уже на пикселях держится. Да пиздец. Конец смены у нас. Тогда нечего здесь вставать. Вон. Я должен был... Хрена, так животом на пол. Видишь, справа пиксель. Че, просто в воздухе висит. Во. Ой. Так, ему они не понадобятся, в принципе. Чтобы метнуть нож, нажмите С.
лампу, заметку. Голой рукой выключит он лампу. Нормально, ну чё. Ну, блин, светодиодную лампу не можешь выкрутить. А тут накаливание. Чё-то 8 патрон, 8 денег залутал с ним. Ну ты даёшь, парень, как ты его? Тише, тише. Как ты его, говорит? Взял за яички. Вы молодец. Как ну, вас? А, их пощупал. Опа, щупал, да. Еще раз меркну за защищаться. Осторожно, двери закрываются. Жаль, мы не... К сожалению, не могу разобрать. Понялся? Герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Жми давай. Кнопка на стене, говорит. Ой, я еще нож взял. Какой-то залутал с чувака. Кнопка на стене, я понимаю. А вот теперь можно бояться. Прячемся. Бля, молодец, спрятался под, под свет, блядь. Кому там приспичило? Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте! Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты? Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Давай, в шлюз! Выпустите! Залутал. Там наверху пульт. Можно открыть все камеры. Не могу. Закрывай, закрывай шлюз! Парень, я хочу жить. Я жить хочу. Это? Внутренний блок прошли. Теперь самое. Я, по-моему, их не выпустил. Ты газ пустил на них. Сейчас у тебя что? Лампочка загорается, когда тебе. Пизда хорошая концовки. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Эх, гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Это твой револьвер. С глушителем и прицелом. Этот парень явно. Чё-то нечисто тут. Так, что-то я закрыл дверь зачем-то, не знаю зачем. Хватит лампу выкручивать. Так, случай. Минус один. Минус один, говорит. А я залутаю. Иду лампу выключу. А вдруг пригодятся потом? Он же не забирает их. Да? Нет, он доставляет. Я думал, он с обоих кто-то. В труселя. Чтоб тепло было, да. Прикройте, я пустой! Ой, а он через текстуры стреляет. Я по стелсу хотел. Высунул дуло. Нам дуло высунуть. Можно и через текстуры стрельнуть. Но... Как выбросить ствол? Не, он не очень нужен. Пока что у тебя другого нету. Ну да, придется. А я не деньгами случаем стреляю? А, вот, это вот эти деньги. Это не деньги. Это,
Слушай, не трогай пока ничего. Я как доберусь, своим все расскажу. Придем. А, вот, все, я теперь открыл. Да, все. Ну, заканчивай экскурсию. Надо идти, пока шабашек не закончится. Надо залутать патрон. Смотри, что здесь есть. Игра тут нет. Борются паскуды за чистоту человеческой расы. Таблиц Менделеева и прочее. Там должен быть такой же. Пошла, Родима! Как откроется, ты давай сразу внутрь, а я за тобой. Ускукали, глава закончилась. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага». Че, перекурчик сделал? Друг. И зовут этого друга. Ускукали. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Павел коммунист. Так, короче, че, давай, перекур, 3 минутки и продолжим, да? Жарко становится. Квартира еще не это самое. Я остыла полностью, блядь. Ну что, я все тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджера взяли. Че он лысый такой? За мной, не останавливайся.
лысый. Пара-па-пам-пам-пам. Так. Блять, эту не может выкрутить. Он, я спать ложился, да? Лампочку выкручивал. Или ты сейчас спать ложился? Лег на диване. Лежу такой. Ну, не жарко же уже. И спина просто горячая становится. Я такой, ну нахрен, пошел я дальше на пол спать. О, они, короче, готовят это, штурм Д6, и в эту, в Акаку сходить хотят, короче. Там хватит консервов, чтобы Рейх был сытым в столе. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Нужна, говорит, еда, лекарства. А зачем вы пленных держите, ёбаный рот? Вы на них ресурсы тратите. Что там ещё? Побег! Чёрт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? А чё он чёрно-белый? Немедленно! Готовы! Вон они! Шпионы! Сюда! Ой. Лови их! Артём! Я не в ту сторону сначала побежал, блядь. Проебал опять все тайминги. Слоумо! Нормально. Не, вот это экшон, блядь. Ой, меня это самое. Держись, Артём, держись! Это ранение. Серьезное очень. Да. На землю, сука! Держись, Артём! Ищи щиток! Ой, вроде отстрелялся от кого-то. А сейчас погоня опять? Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный пропал, предупредить Орден, говорит. В одиночку мне его не разыскать. Спиздать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб Ордена. Павел покажет дорогу. ВК лагает. Почему-то у меня постоянно страница обновляется, точнее плеер постоянно это перехерачит, я не знаю почему. Так, кажись, там оторвались. ВК вчера лагал, сегодня лагает. Больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцо, Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Сука, моей башкой на таран, блядь, пошел. Казни. Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Блять, хоть бы автомат тот взял. Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. О, труба! О, говорит, труба. Труба. Труба без автомата. Вот Артём, это вот, иди сюда, делай. Ужас, говорит, там Д2. Дед. Ну, значит, Артём, тупим. О, я патрон нашел. Среди трупов? И... Нет, там ящик был.
Так, ты подожди, а я гляну, что. Ты, говорит, подожди. Ой. Что за... Что, сожрать, что ли? Что за херня? Туда не идем, значит. А ну, мужики, тащи его на пост. Ну да. Слышь, поймай. А если он не один тут? Шпион, говорит. Внимание, второй пост. Спрятаться. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Тебя ищут уже. Ищут, я спрятался. Да, наверное. Не знаю. Теперь точно спрятался. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты. Короче, монстры вылазят, а ты их тапком. Проверить надо. Поедьте. А надо. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будет. Что у тебя? Знаешь... Давай до тупика пройдемся. Пока мы храм. А, ну да, можно не стрелять, пожар. В принципе, подождать. Пока не уйдут. И туда. Сторону. Я допрыгнуть не могу куда-то. И точно туда? А нет, не точно. Подожди, сейчас дай с карты сверюсь. Налево. Оказывается, можно по стелсу проходить. Мы не такие тут. Вон, что? Мишка на белорусской повадился. Кто-то... Эй, кто здесь? Что такое? Ты уверен? Не отвечает. Может, ты опять сломал игру? Те, что может ли? Быть. Почудилось. Я вроде протопываю. Что такое? Шорох? Интересно, что это там? Куча пистолетов. Пистолеты? Дайте РПК. Крыса? ПК, да. Верните. Будет вам ра-та-та-та-та-та. Стой, кто идет? Ой, там к тебе идут. Или не идут? Не идут. А вот он что-то смотрит там. Непонятно. Вроде отсюда. Ну, он тебя хочет увидеть. Непонятно, но говорит. Тебе надо нож кинуть. В смысле убитый? А, блядь, тут еще один. Вот. Я, по-моему, не в ту сторону побежал. Ты обратно побежал? Да, да. Сука! В натуре обратно. Все пропало. Теперь тебе крышка, гад. Троны. Нет. Надо все лутаться. Я не деньгами стреляю, надеюсь.
Блять. Все, можно по стелсу дальше. Да, давай. Теперь ты легче будет. Типа, да. Без противников, да? Ой, я что-то это ключ какой-то взял. Так, а надо наверх или подожди, куда надо вообще? Назад. Да, вообще, блять, мне вообще в другую сторону. Я опять чуть назад не пошел. Типа да. Заметки в конце игры потом. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! По коммунякам стрелять без команды! Красная держись! Огонь уничтожит! Тут говорит, что вспомнил игра «Смерть шпионом». Что такое? «Смерть шпионом»? Что-то помню такое. Давайте вы ко мне просто ходить будете и все. Мы же знаем, это хорошая тактика. Ну. Гули. Можно им гранату туда кинуть? Файн-швайн. Как его фашисты же. Пушистен. Ахаха, выкрутил лампочку, как у меня в падике выкручивает. Голой рукой. Где? Ну где эта свинья зарылась? Где ты, говорит, свинья? Чёрт, где он? Вайна. Чвайня. Вообще сюда? Вот же свинья! Иди туда, где ты не был. Я вроде здесь я не был. А тут? Точно ушел. Блять, я застрял. А, нет. Типа оглушить можно, нет? Да. Зачем? Убей его. Слушай, я с него ножи-то залутать-то можно, а у меня фул. И давай его кортиком. Чик-чик-чик-чик. Как кабанчика. Тут больше нет нихера. Выключим свет. Короче, игра, где ты играешь за партизана или спецагента. Твоя задача убить цели, но нужно все по стелсу пройти. Вот, переодеваться надо, не палиться, как Хитман, но Хитман позже вышел вроде. Не помню. Ну что-то такое прям это... Прям... Смерть шпионом это СМЕРШ, это спецагент, можно сказать. Да, да. Ну вот я помню, что-то была как когда-то давно такая судьба. Паша наверняка ждет петля. Судьбой не знаком. Кто знает, что было. Я знаю, фильм или сериал. Меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Нажмите любой клавиш. Идем спасать этого. Не Виталию.
Кстати, а где этот мелкий Виталик? Чё за херня? По всей видимости, в конце игры будет. Блять. По классике. Главный Артём, босс, да, Ветролёт? Тёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как мушкетёры. Хвостом, блять, накручиваю. В жизни. Достань только меня. Ну не, он же щекастый щёками. Как этот Майлз, да, из этого. О, я, кстати, в ЕГС забрал этот Соник. Ну, типа, классика Соника. А хуй я запущу, мне ЕГС не устанавливается, блядь. Ну ладно, и на этом как его. Если что, у нас на сайте он есть, лежит. Что, можно взять оттуда? Нормально. А брательник уродом родил. А значит, что? Что? Что-либо ты тоже с уродом? Естественно, в целях ознакомительных только. Ознакомительных. На сайте, да, все лежит в ознакомительных целях, а стримы проводятся, блядь, исключительно в познавательных целях, да? Да, точно. Слушай, я шухер поднял, а если бы я шухер... А, ну, тебе без разницы. Поднял, что не поднял, тут же не будет, получается, этого... Кипиша. Нет. Или будет? А, не, слушай, им насрать. Ты ра-та-та-та-та сделай. Ну тогда точно будет кипиш. Чтоб привычно было. Да, да. Значит, скажи маме, мы зайдем в гости. Подожди, а я отсюда пришел, что ли? А, ну, типа да. Че за хрень? А в какую мне сторону? Какие люди? Налево. Неужели я опять круг сделал? Я вверх. Закончил там? Искрис? Верхом. Придется ра-та-та делать все. Лишнее было в концлагерь отправлять. От него хоть польза тут была. Мало ли что, урод. Ничего, скоро. А мне как раз туда, где они ходят. Будут тебе и электрики, и шлюхи, и чехол. А не, они уходят. И все бесплатно, и круглосуточно, но позже. А пока вон поди на мост сгоняй. Глянь, что там дымит. Сам бы пошел. Ты там решил как в Assassin's Creed по трубам? Да. Сверху. Ну, Адольфович, ну халтурщик. Опять все накрылось. Зачем я включаю-выключаю это все? Не знаю, зачем ты свет включил. Вижу лапу, тыкаю на лапу. Так, а мне назад. Все, гранты, шаманки. Можно закапывать нахрен. Где М? Назад. На В жми, В. А мне назад надо, блин, чё за фигня? Давай, ра-та-та-та-та, а там разберёмся. Я залутал его. Нормально всё. Блять, тут туалет. Я нож реж их. Не знаю, чё он не режет. Не, я просто нажимаю оглушать. А зачем? Ну, мало ли, может, хорошая концовка будет. Уже пощади, не убивай! И все, все, что есть, только не убивай! Почудилось. Прошу, не убивай! Над своими же издевается! Папа! Как же я ненавижу эту жизнь! Этот люди, прицел! Что звери? Я не знаю ничего. Как его оглушить? Oh, оставь меня. Я молчок. Ненавижу их всех. Чистокровок. Забирай все. Больше ножом тыкать. О, у меня хорошее действие. Сохраняйте бдительность. По подозрительным лицам огонь на пара.
Положение. Смена караула через полчаса. Кто-то там варит. Сварщик, шо? Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Что-то кажется... Вот он тебе поможет, ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Он залутает. Юморист, мать твою. Идеальный стелс. Всё, вообще прям хорошечно, да? Идем. Так, а мне направо. Глянь в курилке, а? А я пока кнопки тут понажимаю. А как мне сквозь них-то пройти? Я что-то вообще не понял. Без вазелина, блядь. А прицелись на них, они красные? Да. А ты думаешь, я своих хуячу? Кстати, такой может быть, да? Прям вообще в легкую. Вот и закончился стелс. Кто здесь? Непонятно. Показалось все. Показалось. Да будет рат-та-та-та-та. Так. Крысы? Он идет ко мне. Что делать? Этих мутантов. Это еще... Вот и закончился стелс, кажется. Или нет? Блять. Он пришел, включил, а я, короче, его вырубил. А, тут дальше можно пройти-то, ёп. Неожиданно. Я все равно, по-моему, я их тут поубивал, блядь, достаточное количество для плохой концовки. Скотство все-таки. Я ствол с глушаком. Так, а мне в какую сторону? А мне прямо как. Револьвер у него с глушаком, да. Да-да-да-да. Дальше куда? Прямо. Патронов и какие-то анальные шарики еще нашел. Дальше куда? Дальше некуда. Я хочу на хорошую концовку. Я не знаю, у меня, наверное, вряд ли получится. Много хочешь? Ствол с глушаком нужен для того, чтобы эти лампочки, если не выкручивать, то хотя бы... Полевой суд над арестованным шпионом красной линии начинается. Всем подданным рейха, свободным от трудовой... Так, такие работы глушители, знаете ли. Идешь смотреть, говорят, мешать будут. Да я досмотрел... Так что лампочки без звука ломаются, стреляют, вообще звука нет. По ногам моча течет, тоже мне зрелище. Чего мы не видели? Для тыловых крыс самое оно. Дисциплинируй тоже. Ладно, хрен с ним, скажем, пузом. Так, в какую-то место. Может, сошла пожар? Ставлю патрон. Так,
Алево, да? Как мне нравится, как заглушитель такой по лампочке, и никто не услышал. Да-да-да-да. Абсолютно. Что? Попробуйте в здании пальнуть из такой штуки. Вахеры будут все. Показалось. Его никто не видит, да, когда он это выключает свет. Никого не смущает то, что горел свет, перестал. Ха, и там перестал. Ну, кстати говоря, с плохой, хорошей концовкой, прикол, если бы эту игру разрабатывали американцы, это был бы такой шутер. Думаешь? Да. Какие хорошие, плохие концовки, там от выбора вариантов, все. Ключ взял какой-то. Тут особенность такой западной, можно сказать, Европы. Разработчики. Как, например, германцы, да. Своим... Тот, те же пираньи с готикой. Давай, проклятый маг! Так, а мне направо? Прямо. Никого не убил вроде. Был бы тот же Warface. Не знаю, не играл. О, Warface, так это же говно лютое. Я хотел веревку перестрелить. Да, не получилось, постелся, короче. Ты стреляешь, никто ничего не замечает. Над ухом просто причем. Еще он повернулся, посмотрел, не заметил тебя. Стреляешь, лампочка, она не ломается. 21 век. Ну, светодиодная, что ты хотел? Я вытащил Пашу из петли. А он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все так, ясно. У нас есть еще полчаса, я думаю, как раз на главу. О том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Лубьянка! Я никогда раньше не бывал в этих местах. И без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Надеюсь, говорит, он знает дорогу. А я-то как надеюсь? Спасибо, Артём. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем. Мушкетером, говорит, мечтал а стать. Там, ты в полис, а я домой. Стрелять из мушкета. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Атос, Портос, Парадонтос и вот это вот все, да? Или как там было? Не помню. Ой, Портос. Матроскин? Патрос.
Смотри, у меня с этим, с прицелом, который этот, ночного бдения. Надо его на револьвер. А, и вот если б можно... А вон... Пятый прием! Андрюха! А почему у меня два одинаковых ствола? Душите там свет в тоннеле! Я не знаю. Есть! Душите свет! Ха! А у меня есть этого... Покойники? Видение. С чего бы? Так что... Поглядим еще, кто из нас покойник. Да сюда, хуй они угадали. Отступать некуда, позади вас... Вам же тяжелее будет, да? Зачем вот свет, когда есть грибы светящиеся? Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Говорит, свет, вари пельмени? Что, блядь? Чего? ПВН пишет. Где? НВП. НВП. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Вот выход. Артём, помоги открыть. Класс, я тут это... С непонятными бочками заебись придумал паутину жечь. А если ёбнуло бы? Задрочить ум. Эх! А паутины-то шагу не ступить. Паутинка, так, надо это. Это мелюзга такое устроить фонарь. Не могла. Кусок. Тварей побольше. Главное, фонаря. Их не разбудить. Главное, говорит, кого-то не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. И чё, Мэрил? Орёт. Тут они близко уже. Хватит пауков жечь. Они типа света боятся. Павук! Босс-павук! Босс-павук! Да вдруг потом вылубится какая-нибудь ебанина, блядь. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Жопу. Пауков этих сраных. Есть! Генератор в порядке! Генератор в порядке. Чисто! Прошу, покатаемся! Ну, поехали! Ой, какое-то хорошее действие. Типа я без жертв в виде пауков. Включай фонарь! И не вздумай вырубать ни на секунду! Ага. Включай все. Какого... Что с ним? Почему встал? Что-то застряли. Это хранитель, что ли? Черт. А как выйти отсюда? Ну, давай! Услышали нас, суки! Черт, в самое логово попали! Ой, пизда. Ой, пизда. Да сколько их тут? А где? Там пизда. Я чё-то не вижу, это у него в голове, что ли? Уа, я тебя увидел. Это босс-паук? Или не один? Жри, тварь! Ужас. Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьёшь! Артём, их надо сжечь фонарём, пока на спину не перевернуться! Я и без патрона вроде справился. Айда, я тоже не боялся. Приперлись тут двое, жечь все. Какие соусы еще. Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Да-да. Зажарь его! Так и подожди, в этой, в 33-й же был... Мразь. Спасибо! 30... Один за всех! 33-й был этот, как они, скорпионы, они пауки же, да? Ну эти вроде тоже хвостатые. Фигня. Так, патрон сюда. Нашел. Из паука? Из паука. Выпал. Мост!
Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Нахер, а то и будут тут вылупляться всякие. Чё гриб не за, за самое? Лук. Ох, сейчас куда-нибудь нападет тебя отсюда. Я обезопашиваю себе это пространство потом. Фонарь, говорит, заряжай. Да-да-да-да-да. Тут, тут вон всякие яйца. Чё, только ближайшие можно было за это пощупать? Мега-супер-пупер-креветка. Пишет нам дед. А чё с креветкой? Вот, походу, он креветку видел там. Не, креветка потом будет. Вроде бы. Высоковато. Водоплавающая такая. Хорошая. И... Не дрейф, Артём, прыгай! Двинули! Прыгай, говорит. А тут тоже прыгать? Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Кто они-то, я не пойму. Нормально, сгодится. О, пион. Артём, давай сюда, павук. Подзаби. Павук. А чё, туда не можно, что ли? Как можно покажет, сразу пуля туда! Давай, Артём, действуй! Именно сейчас. Чё действует? Чё он мне говорит? Действуй, действуй. Куда надо-то? А, налево. Я не хочу туда. А, да, я понял. А, нажимай. А какую? Ух. Опа! Оп! Ну, рычаг придумал какой, а? А там мне давай теперь его. Айда за мной! По башке, блядь, просто бум. Погон! А этот без разбегу даже, просто. Блин, а мы же профессионалы во всем. Ну. Зараза! Открылся, стреляй! Не буду я на него патрон тратить, блин. Зараза! На ней, я думаю, Годзилла есть бешеные ослы или кто они, козлы? А, ой, козы есть. Зомби-коты есть, Гонконг есть, а сами супер-пупер-креветка. Ну я не сомневаюсь в том, что Гонконг есть, учитывая то, что это город. Поскорее, ноги в руки! Блять, фонарь! Он так, по-моему, сожжется, да? Готов? Пошли! Погнали, во, блядь, на хвосте на каком-то. А там хуя какой-нибудь лемур-мутант. Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Подожди, а залутать что-нибудь? Но здесь они нас не тронут! А вот. Ну и вот так тебе бежать надо. Артём, погоди! Хреново без кто-то фонаря! Упал. Дай хоть факел сварганю! О, факел. Раз, два, три! Ёлочка, Гэри!
Нет, там про обезьяны, говорит, был. Гонконг, обезьяна? Кинг-Конг. Гонконг. Гонконг обезьяний. Черт! Артём, не отходи от меня! Они из всех щелей сейчас будут, это самое. Сюда-сюда. Соус. Отвали, гадина! Пока что-нибудь полутаю. Закукожилось. Так, что-то я зашел куда-то. А он. А ему похеру, смотри, он там стоит. Меня этот хер скорпион жрет, а ему до пизды. Ну, он пытался тебя сожрать. И ему прокусить не смог. Он там напалмом жрет. Палм! Дух. Иди, говорит. Запах напалма по утрам, ну. Черт, с два! Тут электрозамок! Провода вон туда веду! Слушай, это нет! У тебя фонарь, все двигай по проводам! Где-то там должен быть щиток! Попробуй в него зарядник поставить! Электрозам! Я что-то тут нашел. Первый знает вообще, зачем я сюда зашел. Видимо, за заметкой. Метки пишет этот Артём, да. Потом по всему метро раскидывает такой. Да. И собирает. Там скелеты в руки положил. Жуть. Нихер, меньше пауков будет. Схрон какой-то нашел. Патронами и вот этим вот всем. И еще час стриму максимум. Нет, еще минут 20-15. Ну, короче, как раз на голову. Ну ты час будешь приходить. Не, надо идти точно. Так, не хватало еще патрон на них тратить. О, смотри, тут целые эти. Ох, сейчас будет весело их лопать, да. Надо прожектор на лоб.
генератор на спину. Лучше этот петушить, в смысле огнемет. А зачем я это делаю? Я не знаю. Чтобы они потом не мешали, или что? О, все, большой ответ. Так, так-то по пауки тебе тут ничего не делает. Фиг его знает. Ну, может быть, зачем-то это надо. А, так мне сюда и надо идти. Чтобы это включить сам. А я думал, я что-то полезное делаю такое, блядь. Опять использовал свой взломатор 3000. Ну. Что-то там пошерудил, подключился. Ой, это самое. О, талант! Типа что-то сделал, да? Готов? Первый пошел! Все внезапно заработало, блять. А может быть надо было покрутить где-то? За мной! А, все. Так, ну, предлагаю на этом закончить. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, ну, должен быть где-то рядом. Глава закончилась. Каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг... А через 40 минут футбола, или я не знаю, через сколько, у меня, блядь, разное время на часах есть. А строить время уже сколько лет можно? По разным временам жить. Сколько сейчас точное время? 17 минут. Ну да, наверное, все-таки надо заканчивать. Путь через свет. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вот метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. У вас. Прибыли, Артём! Все как я люблю. Осталось, да? Всего ничего. Так, короче, как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь. Потом? По поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. У тебя противогазов нет. Обжитое местечко. Нету, кстати. Повезло, говоря. А как по поверхности идти, если противогазов нет? Сука. Идти надо быстро. Да. Короткими перебежками. А где были сталкеры, там? Черт, фильтров маловато. Он попал. Пауки висят. А он нашел там что-то уже. Нашел. Так, ладно, господа. Короче, до следующего стрима. Прощаем, не факт то, что на следующей неделе он будет. Посмотрим, как что там по погоде вообще будет. Вот. Если жара, то видосами опять ограничимся. Если не очень жара, то что-нибудь легенькое, такое лайтовенькое. Запустим, тип, может, какой-нибудь кости, что-нибудь такое. Поглядим. Надеюсь, и ВК еще до среды отлагает, и все будет нормально. Да? Да. Возможно. Возможно. Так, все, господа, всем до следующего стрима или видео. Большое, что забегали и избегали сюда. Пока-пока. И забежите на видос. Да. Забегайте на записи и на видосы. Телеграм по ссылке. Пока.